стали проводиться подобные соревнования, и я думаю, что много-много раз еще они будут проведены здесь. Я искренне благодарен Инвесторбанку как движителю, как организатору этих соревнований, и я приветствую от вашего имени Владимира Владимировича Гудкова. Я поздравляю всех, поздравляю победителей первого этапа снежной битвы наций. Я желаю успехов, здоровья, хорошего настроения, драйва, чтоб все получилось. Спасибо. Я хотел добавить по этому поводу, конечно, добавить уже нечего, потому что все уже сказал Павел Алексеевич. Я думаю, что это не только гонка, это просто отдых. Вы приехали сегодня, пили пиво. Или шашлык, да, наверное. Поэтому я так считаю, что то, что мы делаем не только ради того, чтобы был спорт, а ради того, чтобы вы приходили и смотрели. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо администрации области и Павлу Алексеевичу Конькову, потому что раньше Михаил Александрович мне помогал. Сегодня это другая совершенно подготовка. На будущий год вы увидите другие соревнования. Это не вещание. Нет. В прошлом году мы не смогли привезти, потому что не было снега. Но понимаете, есть условия по этому поводу, да? Вот. Поэтому на будущий год здесь будут и канадцы, и американцы. Вы помните, Такера катался, Хаген катался, да? Вот. Но сегодня катается Райхман. Катается Юнгер Пикерман, которого мы воспитывали. Райхман является спонсором нашим, да, то есть по этому поводу. Поэтому давайте за них и за праздник. Главное отдыхать. Спасибо вам большое. Итак, начинаем процедуру награждения с финала «Б». У нас в этом году Snow Battle of Nations получились многонациональные. И вот, собственно говоря, парням, которым вчера не удалось в гранд-финал попасть, мы сейчас награждаем. Сначала в личном зачете. Итак, третье место в личном зачете в финале «Б» завоевал представитель СТК «Факел», город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного города Валерий Хоменко. Итак, Валерий Хоменко, стартовый номер 31, «Факел», Новый Уренгой. Иди, дорогой, с флагом сюда. Итак, вице-чемпион финала «Б» мастер спорта Алексей Никишкин, стартовый номер 16, «Факел», Новый Уренгой. Но немножко не повезло в первом заезде, но он выбился во втором. У них два заезда было. И победитель у нас Евгений Смолин, стартовый номер 4. Евгений Смолин сегодня, несмотря на неудачный старт во втором заезде, сумел прорваться, растерзал своих товарищей по команде. Ну, финансовые вопросы вы урегулировали детали, а мы вам аплодируем. Евгений Смолин, Алексей Никишкин, Валерий Хоменко! И для этих спортсменов специальные призы вручает генеральный директор северо-восточной компании Любовь Валерьевна Терехова. Памятные призы. Ну, далеко не уходите, пока сходим. Ребята, сейчас командное награждение финала «Б». Итак, у нас было 4 команды. Третье место завоевала команда Team Montamir BRP, Bombardier Irrigation Production, Казахстан. Дмитрий Слепченко, Алексей Топчиев, Роман Саркисов. Наши друзья из Казахстана. Вполне удачный дебют. Третье место пускай в финале «Б». Думаю, что потом ребята будут и в финала прорываться. Тренер Александр Платонов у них, собственно говоря, наша легенда мотокроссов. Итак, серебряный призер, команда автономного некоммерческого объединения СТК «Ультиматум», город Альметьевск, Татарстан, Россия. Константин Осипов, Павел Колотовкин, Вячеслав Колотовкин.
И команда победительница, которых вы уже видели в личном зачете, спортивный клуб «Факел». Город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Евгений Смолин, Алексей Никишкин, Валерий Хоменко, тренер команды Павел Захаров. Ну и бурные аплодисменты! СТК «Факел», СТК «Ультиматум», Павел Алексеевич Коньков, «Мотомир», Казахстан. И дополнительно северо-восточная компания, генеральный директор «Терехов» Любовь Валерина презентует наших призеров-победителей в командном зачете в группе «П». Ну, я обращаюсь ко всем спортсменам, которые у нас принимают участие в церемонии награждения. Не уходите далеко от подиума. После окончания церемонии награждения вот белая палатка, которая стоит за палаткой «Композиты», там вас ждут на пресс-конференцию. Не уходите, ребята, можете идти сразу туда. И сейчас самое главное и волнительное – награждение призеров и победителей. Группа А. Основной финал. Еще раз напомню, что наше награждение проводит губернатор Ивановской области Павел Алексеевич Коньков, первый заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Юрьевич Кабанов и генеральный директор Инвестторгбанка Владимир Владимирович Гудков. Итак, личное награждение. 15 сильнейших спортсменов сегодня разыграли у нас места на подиуме первого этапа «Снежной битвы наций 2015». И третье место в упорной борьбе завоевал Мика Осма, стартовый номер 463, команда «Финляндия 2», Тим Лукаком. Мика Осма, иди, дорогой! Mika Osma, Finland, third place individual competition in final A group. Mika, third place is yours. Got the first and second. Don't make it. Вот ему видите чек. 2000 евро. И в дополнение ко всему вполне весомая сумма в 2000 евро для Мика Осма. Вице-чемпион Нисе Хельстрём, стартовый номер 27, команда Швеции. Иди, дорогой. Юниор, 19 лет, призер чемпионата мира, призер Швеции. Нильс Кельстрём. Second place individual competition group A final. Может быть, не все сегодня получилось, но, тем не менее, 3000 евро парень заработал. Да, приключений у него много было на трассе, да, но он получил весомую компенсацию за свои неудачи и старания. 3000 евро. Он стал виновником завала в первой гонке. Ну ладно, мы это забыли уже. И чемпион Адам Ренхейм, стартовый номер 311, команда Швеции. Великий и ужасный для своих конкурентов Адам Ренхейм, команда Швеции. Блестящий, shining Swedish star in the sky of Semigorje, Ivanovs region. Adam Ренхейм, Sweden. Ну и здесь уже чек на 5000 евро. Not so bad, I would say, Adam. You know, good. Good fight, good result. Можно секундочку внимания? Видите, Адам катается с Инвесторбанком. И на снегоходе. На снегоходе тоже мы видели логотип Инвесторбанк. И давайте поаплодируем. Адам Ренхейм, Нисе Хельстрём, Мика Осма. Личный зачет Snowboard World Stage 2015. And I would like you guys to stay here because you will give the special prizes from one of our sponsors, Northwest East Company, and the prizes are given by General Director Madame Любовь Терехова for you especially, guys. And after this prize giving ceremony, after the team event presentation and the prize giving ceremony, would you please kindly all together go to the tent, white tent on the opposite, on the right hand side there for the press conference. So, итак, далеко не уходим, сейчас у нас будет награждение команды, так что мы не прощаемся с этими парнями надолго. And now, prize giving ceremony for the winners of the team event Final A, main final of Snow Battle of Nations 2015 here in Semigorje.
И так уж получилось в результате упорнейшей борьбы и в результате различных злоключений, которые, в общем-то, вылились в пользу наших, бронзовую ступеньку подиума занимает российский коллектив. Это спортивный клуб «Ямбур», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа. Дмитрий Склеров, Дмитрий Сорокопут, Алексей Мороков! Евгений Склеров, тренер этого коллектива. Third place, Дима, Russian team. Russian team. Great result for Russian guys. You know, third position is not so bad for the very beginning. And we would like to wish them all the best and maybe the better starts during the coming events in Sweden. Не повезло второй нашей команде «Атланта», ну и не повезло финнам еще больше. Держим. Итак, серебряные призеры первого этапа. Команда «Финляндия-2», Тим Лука.ком, Виктор Хертен, Юси Лука, Мика Осма. Guys, we're waiting for you. Team Luka. Team Luka, great result, second position. And also, guys, we wish for you all the best and the better results in the coming event in Sweden. It's great to see you here. Of course, to be great, better to be first, but you're second, which is not also the best. But not so bad, I would say. Ну и у нас еще компания «Лед», итальянская фирма «Берье», тоже наш спонсор, получает свои призы. И победительница — команда Швеции! Слотрек Рунур, Нисик Йорстром, Йохан Эриксон, Адам Ренхейм. Team Sweden. The first position, which is not a big surprise after results during the races, guys. So we congratulate you very much for your brilliant results shown here on Ivano Slam. И мы хотим напомнить, что конец — это только начало, это первый этап этого двухэтапного соревнования. All the guys, we would like to inform you, this is not the end, this is just the very beginning. You have to race the second stage to be the winner overall of the two stages of Snow Battle of Nations 2015. И 8000 евро! Аплодируем! Команда Швеции! Финляндия Лука.ком! Россия Ямбург Новый Уренгой! And guys, I would like to tell you a very hidden secret. For the Sweden stage, the prize money will be doubled. You know, guys, you have to fight for something. So, итак, аплодируем. Yes. У нас пока это все. That's all for the very that moment. You have to stay here until the finish of the prize giving ceremony, and then you press conference on the white tent on the right hand side. And we have two prizes to be given to the guys who win them. So thank you very much, guys. That's all. We will not stay here forever, you know, we have to open it for the coming ceremony. So, thank you very much. Итак, у нас еще одна приятная процедура. Генеральный спонсор Инвесторбанк решил наградить... Так, пока не все еще. Мы понимаем, что сегодня приехало 9 команд. Участвовало в финале только 5 команд. Мы хотели бы поблагодарить тех ребят, которые сегодня участвовали. И вот, и мы сделали 2 приза. Первый — за стремление к победе и за волю. И вот, и сегодня на фоне их чемпионов мы хотели бы вручить кубки и благодарность за то, что мы приехали. Итак, приглашается команда «Росин».
человека. Представитель команды «Росинбат Кыргызстан» Валентин Мельников, стартовый номер 18. Валентин Мельников, иди сюда, дорогой. Велосипедист! Он на снегоходе ездит первый раз, собственно говоря. Специалист по маунтинбайку поменял коньки на санки, в нашем случае велосипед на снегоход. Вот заработал приз от Инвестторгбанка. Поздравим, поздравим его за его усилия. И приглашает представителя некоммерческого объединения «Ультиматум» город Альмети Вячеслав Колотовкин. Стартовый номер 999. За волю к победе, Вячеслав. Привез команду в составе сына и другого еще гонщика Осипова. А это что за приз? За волю к победе? Нет, 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 нет. Это главный приз соревнований, который будет вручен по результатам двух этапов. Смотрите на эту шикарную вазу. Делайте фотографии. Это просто фантастика. Все руководство Ивановской области здесь. Владимир Владимирович Гульков здесь. Здесь губернатор. Здесь первый заместитель правительства. Все наши замечательные спортсмены. Здесь Адам Ренхейм. Смотрите на эти улыбающиеся лица. Мы любим вас, ребята. We love you all, guys. You are the best in this sport. We really enjoy your stay in Russia, and we hope you all enjoy your stay here. And you see the crowd of Russian fans, which is congratulating you for your great results. Really, we're happy to see you racing. Итак, спасибо, зрители. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы старались для вас. Ну а концертная программа, то есть это мы свою работу заканчиваем, а музыканты ее начинают. Так что никуда не расходимся, у нас будет фарш-шоу. О, сувениры от Адама Ленкайма. Ес! Нет, 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 нет. Очки. Ну и теперь традиционное. Кто поймает? Адам, 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 Адам. You are the winner. You are the best, for sure. You win free races from free races. Yes, bro. You said a lot of words. And now, for the crowd of Russian spectators and your fans, say the final words for them. Maybe you thank them very much for their warm support for you. They have been very nice today, and I appreciate that. And I will be here next year if the race will be. So I'm very glad for today. Please be sure it will be the race here. Он, конечно, поблагодарил всех вас, наши уважаемые, любимые, горячо болельщики, за то, как тепло вы поддерживали всех спортсменов, особенно его. Обаятельный парень из Швеции, заслуженная победа в трех заездах. Большое вам спасибо, огромное спасибо за то, что вы сюда пришли. Все спортсмены приглашаются на пресс-конференцию, туда белая палатка. All the riders, please, from the foreign team, go to the white tent for the press conference. There is the mass media are waiting for you. Еще раз спасибо вам, дорогие друзья, зрители. Праздник продолжается, все для вас. С вами был здесь и сейчас Владимир Виталин. Мы с вами еще услышимся. И Андрей Спицын. Надо было наоборот, да, Владимир Виталин, да, Андрей Спицын, да, мы там можем прорепетировать опять. That's actually better, my friend, you know, so it doesn't matter who is first, who is second, we are both on the same position. Вы оба одинаковые, Андрей Спицын и Владимир Виталин, да. Счастливо. Ну а праздник продолжается, да, мы спортивную часть завершили свою, а у нас часть... Здравствуйте, гости дорогие!